Еще недавно здесь работала приемная комиссия ДГТУ, и 1000 абитуриентов подавали заявление на поступление в наш вуз. Теперь же главное место действия переместилось в нижнюю часть фойе. С утра 27 июля в фойе главного корпуса Донского государственного технического университета стали прибывать абитуриенты, их родители, братья, сестры, друзья, все, кому не безразличны судьбы выпускников. Некоторые из абитуриентов сразу находят свои фамилии в заветных списках. Вы нашли себя в списках. Какие ощущения? Ну, я очень рад, что нашел себя действительно из многих тех, что подавал документы в этот институт. И очень доволен этим. А когда собираетесь подавать оригинал документа? Мы сдали вот все документы вместе с оригиналом аттестата. То есть уже сдали. Подавали документы в какие-то другие вузы? И почему именно в ДГТУ? Ну, я подавал еще в РИНХ, Ростовский университет. Ваш институт мне понравился тем, что, ну, заходил к вам на сайт, ездил сюда, очень понравилась ваша программа для поступающих, вот это вот, все вот эти вот конкурсы, выставки, вот это все мне понравилось, и вот поэтому я пришел, собственно, сюда поступать. Вы нашли себя в списках, что вы ощущаете? Ну, я счастлив, я хотел в этом институте учиться и поступил, ну, теперь рад уже, конечно. Подаете уже подлинники документов? Да, сейчас иду, подам и уже все, буду спокоен. На какую специальность вы поступили? Ой, я поступил электроника и наноэлектроника. Подавали ли документы в какие-то другие вузы? Почему именно в ДГТУ? В другие вузы документы не подавал, в ДГТУ сразу оригинал подал. Мне этот вуз как бы нравится, и брат тут уже учится. И другие как-то это... других вузов даже не шел. Да, даже как-то и не шел. На какую специальность вы поступаете? Информационные системы и технологии. Расскажите, пожалуйста, об итогах приемной комиссии 2013 года. Принято более 17 тысяч заявлений. Это на 3800 заявлений больше по сравнению с прошлым годом. Радует то, что и результаты ориентировочно рекомендованных зачислению, то есть этот так называемый проходной балл, он выше, чем в прошлом году. И я делаю определенный вывод, что качество абитуриентов лучше, по крайней мере, по результатам по сравнению с прошлым годом. Ну и вот сейчас радует наличие подлинников документов об образовании. 90% подлинников, необходимых для зачисления, у нас уже имеется. И на сегодняшний день не хватает до полного, как говорится, плана по набору. Буквально 110-115 подлинников аттестата. Я думаю, абитуриенты это понимают и они приносят. Сегодня с утра уже, ну, вот здесь ждали 12 человек с подлинниками в руках. Ну, уже довольно много оригиналов сдано или пока не очень? Идет все в свое время. Просыпаются. Думаю, все будет хорошо к обеду, к вечеру тоже. У нас еще идет прием документов до 4 числа, до 2 часов. Доносят подлинники. И все хорошо. Какие специальности оказались самыми популярными среди абитуриентов? Традиционно из года в год, хотя меня это особо не радует, для нашего технического университета самый высокий конкурс, это более 70 человек на место на специальностях экономика и менеджмент. Но в то же время заметен рост интересов технических специальностей и компьютерных. В этой сфере наиболее высокий конкурс на компьютерную безопасность, пожарную безопасность. Эти специальности у нас на специалитете, не на бакалавриате, а на специалитете. И это тоже сказывается от повышения рейтинга этих специальностей. Также машиностроительные специальности, связанные с производством. Непосредственно авиастроение. Очень заинтересованы люди. И конкурс очень большой. И баллы очень высокие, там просматривается, что по зачислению будет балл, ну, довольно приличный. И также специальности машиностроения. У нас увеличенное количество бюджетных мест, и на сегодняшний день там конкурс 4,8 человек на место. Скажите, вы уже нашли себя в списках? Нет еще, но надеюсь, что все-таки я поступлю, найду себя в этих списках и буду учиться в этом прекрасном ДГТУ. Очень давно хотела сюда поступить. Ну, надеемся.
Остаются ли шансы у тех, кто не нашел себя в списках сегодня, а все же поступить в ДГТУ? Да, шансы, в принципе, есть у всех. И абитуриенты принимают документы. Мы говорили, что в ДГТУ 2300 бюджетных мест. И поэтому в зависимости от их результатов по ЕГЭ или по внутренним экзаменам, мы под каждого найдем место, специальность. Но мест достаточно, 2300 мест хватит всем. Поэтому пусть не отчаиваются, и даже увидев себя где-то внизу списка, тем более это список с учетом копий и подлинников, если подлинник есть, это 98%, что он будет нашим студентом, бюджетником. Результаты приемной кампании 2013 года обнадеживают. Абитуриенты сделали правильный выбор, и мы желаем им успехов в нашем вузе. Светлана Васильева, Яков Кардо, Никита Кардо, ДГТУ ТВ.